Здорово, ребятки. Чё, как настроение? У нас неплохо. Чё, Дань, как дела? Все нормально? Первый. Сейчас мы буквально чекнемся пол квадрата. Единственное, вы не сможете чуть-чуть сцену подсветить? Сцену подсветить? Ну, там, чтобы текст было видно. Ну что, погнали? Философия самообмана,
живешь по старинке и настроила планов. На сет без гандонов уже не согласна. От этого дети, и это опасно. Ты тонешь в пучине надежды и мечтаний, надежда в пучине и жизни желаний. Построила клетку старых привычек, чтобы выражать тебя рядом с птичкой. Тебе так удобно, тебе так приятно, когда ощущаешь себя несвободной. Ты построила клетку из старых привычек, чтоб воображать себя радужной птичкой. Соло, Даня! Ночь наступает, ты бьешься в испуге, помочь не способны друзья и подруги. Никто не поможет, и время не лечит, пугающим грузом ложится на плечи. И тебе так приятно, и тебе так удобно, когда ощущаешь себя несвободной. Ты построила клетку из старых привычек, чтоб воображать тебя радужной птичкой. Группа «Не менее пяти воротов». И следующая песня называется «Пойдем сходим в кино». Пойдем сходим в кино, возьмем пивка и попкорн. Потом мы сядем в трамвай и поедем ко мне. Мы будем бегать по крышам и гулять во дворе. Зеленый магазин мы с тобой посидим. Осуществим догон, ведь нам все нипочем. Пойдем сходим в кино, пойдем сходим в кино. Возьмем пивка и попкорн. Пойдем сходим в кино, возьмем пивка и попкорн. Ну что, ребятки, как настроение-то? Черт, замутим этот, как его, панк-вентилятор! Пойдем сходим в кино, возьмем пивка и попкорн. Пойдем сходим в кино, возьмем пивка и попкорн. Пойдем сходим в кино.
ребята. Ну а в следующей песне мы хотим рассказать одну историю очень увлекательную из нашей жизни. Вот, это песня про одну из наших подруг, которая когда-то немного, нельзя сказать, чтобы стремалась, но немного загонялась по поводу, ну, немножко своего излишнего веса. Там как бы буквально было, может, килограмма 2-3 где-то, а она что-то парилась, загонялась. Вот. Но шло время. Шло время, шли года. Она уже успокоилась, решила все свои психологические проблемы. Родила еще одного ребенка. Сейчас у нее все в порядке и очень красивая, пышная грудь. И на сцену мы хотим сейчас пригласить с нами исполнить эту песню одного очень хорошего человека. Его зовут Директор. Да, Директор. Максим Директор. Максим Гуля. Сейчас вместе сбацаем песню. Сейчас разъебем этот клуб нахуй. Подожди. Ага, заебись. Ну что, ребята, погнали, разъебем этот клуб нахуй! Надежды там увидеть меньше килограмм. Но есть рынок, дом, есть машина и айфон. Не хватает мужика. Да-да-да-да-да-да-да-да. Килограммы на весах. 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 Да-да-да-да-да. Килограммы на весах. Да-да-да-да. Для артистов это главное. Спасибо, ребят. Все. We'll be right back.
по счету слышу. Я не могу позволить новое себе. Проблема в жизни есть, и ее мне не уйти. Она преследует меня с детства. Открою вам секрет. Один большой секрет, ребята. Ведь энергия готов и собак. Дома затруднённого дыхания. Раздражительность глаз иногда кожный суд. Очень часто я читаю дома, особенно в гостях. Не знаю, как порой ужиться мне своей невестой. Ведь аллергия на котов и собак у меня. О-о-о. Аллергия на котов, собак у меня. Да-да, да-да. Ну как же так? Я и не знал, что котики могут быть опасными. Милыми, пушистыми, пушистыми и опасными. Ведь аллергия на котов и собак у меня. О-о-о. Аллергия на котов и собак у меня. Да-да, да-да. О-о-о. Аллергия на котов и собак у меня. О-о-о. Аллергия на котов и собак у меня. Спасибо, ребята. Только быстро. Да-да, быстро, ребят. Кто снимал предыдущую, как мы с Семеном вместе пели песню? Кто снимал на видео, нет? 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 Может, заново? Нет! Ах, вы говняки мои маленькие. Почему мы снимали на видео? Так, парень, съеби нахуй со сцены. Съеби отсюда. Бля, ну ладно. Ты загородил весь плейлист. Пожалуйста, покинь сцену. Хорошо, одну хорошо. Песню, братан, спели. Следующая песня называется «Офис». Извините меня за мой этот, как его? За мой французский. Макс, без обид! Стоп, ребята, стоп. С утра, капучино латте, твой новый день, такой, как всегда, твой новый день, такой, как вчера, компьютер и стол, почта дарила. Солнце встает, и ты вместе с ним. Следом за ним на работу идешь. Там тебя ждет такой же день, такой, как всегда, такой, как всегда. Thank you.
Так, ребята, теперь вопрос. Здесь есть Вячеслав Широков в зале? Бухает, да? Ну ладно, это не страшно. Главное, что у него сегодня день рождения. Желать ему крепкого здоровья. Ну, точнее, все мы. Вся наша группа. Вот. Слава, с днем рождения. Звучит твоя песня. Ваши руки! Я недостаточно богат, чтобы купить тебе машину, взять ипотеку и кредит. Да и поход по магазинам, да-да-да, да-да-да. Воу! Пивьем с собой на турбитаре, ну и, конечно, перекос. Так, два пальца об асфальт. Окей, не вопрос. Я недостаточно богат, недостаточно богат, недостаточно богат. Воу! Я недостаточно богат, недостаточно богат, недостаточно богат. Воу! Купил себе телефон на базе Android. Крышу шифером покрыл и еще взял рубероид. Помидоры, огурцы я посадил на грядки. Только церковь не скорбила, в остальном все в порядке. В остальном все в порядке. Даня, Стас. Я так хочу поссать, с дивана мне не встать. Дружище, помоги, подай мне две ноги. Мой камень и пивас, который ты припас. Меня он так убрал, что забывать я стал. Зачем сюда пришел и где вообще живу? Вообще мне хорошо, я продолжаю шоу. Говорят, давай.
Цезарь отвечаю. Я вам, парни, не вру, за базар отвечаю. Такие вот дела. Пойди принеси, есть пиво. Ну чё, поехали дальше. Задний привод, не беда, не беда. Выбор есть у всех всегда, есть всегда. Ты, конечно, будешь рад, будешь рад поместить свой шоколад. Всегда хотел туда, ах, и с кем тебе плевать, вазелин уже кровать. Задний привод, задний привод, задний привод, задний привод. Сейчас, ребята, еще мочканем. Если вдруг твоя малышка вдруг немножко барахлит, ты не парься, успокойся, будь серьезней.
залезь, просто залезь, просто залезь к ней под капот. Вот такие, друзья, дела. Мы просто любим приводы автомобилей. Похоже, это все. Скажи, зачем? Скажи, зачем? Скажи, зачем? Скажи, зачем?
Ребята, а сколько у нас времени есть? Есть еще одна? Я хочу сказать, что Семен самый крутой панк в этом городе. Похлопаем. Да ладно, брось. Понимаешь, что ты живешь в банке, ты не замечаешь железнодорожником или в больнице летят от тебя перелетные яйца, яйца, оближите мои яйца, 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 оближите мои яйца, 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 оближите мои яйца, 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 оближите мои яйца. Будильник и на работу, потом после этого пиво в лимону. Вот так же меня это все заебало. Не знаю, как быть, начну все сначала. Яйца, оближите мои яйца, 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 оближите мои яйца, 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 оближите мои яйца, 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 оближите мои яйца. Оближите мои яйца, 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 оближите мои яйца, 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 оближите мои яйца, 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 оближите мои яйца. Вот, ребята. Ребята, это была, если что, не наша песня, это кавер на группу Иприт. Так что всем спасибо, ребята. Хотел вас пригласить на следующий концерт в бар «Дюны», который состоится 24 августа. Приходите, смотрите в интернете, в наших сообществах. Кстати, ребят, вторая группа, что выступала, «Луминарис», мы выступаем 26 числа. Клуб «Банка». «Банка» ждай. 26 июля. Обводный канал. Двадцать седьмого в клубе Таунхаус.